שלום עליכם, יהיה רצון שדברי תורה יהיו לנשמת כל הנפטרים, ובכללם הרב מרדכי בן תמר, וגם אמו תמר בת ציפורה, להשכחת עם ישראל ורפואת עם ישראל, ובכללם רפואה שלמה לציון בן אסתר, וגם יוסף הכהן בן עמנואל, בן תמר, רפואה שלמה. תמר בן שרה. שרמי סקזל על הלכות נטילת ידיים, שתושבק נידושן פריקסציה נימית מרוקמי, ушам, глазам и так далее. Интересно, что вчера был дав Йоми, 109 лист трактата Шаббат, и там это тоже написано. Там написано это очень строго, человек, который трогает, написано там рука, которая трогает глаза, не вымыв эти руки, она должна быть, не дай бог, отрезана, или уши, или рот, и так далее. Поэтому это очень важно делать на телят ядами. Дальше мы сказали, что в принципе человек может одеться, дотрагиваться до своих вещей, до своей одежды до того, как он сделал натилят ядайм, но все равно, все же желательно сделать натилят ядайм до того, как он дотронется до чего-то, и благодаря этому Всевышний даст ему благословение. 17 алаха говорит так: «Если изаер лехатхила шелу лингуа бидивре маахаль умашке кодем натилят ядайм шахарит». Человек должен постараться не трогать ничего съедобного, никакой пищи и никакой жидкости до того, как он сделал натилят ядайм утром. Если изъязвить бы ее перед банавактаним, шиитву едаем шахарит кодем шиигу беэзе девар маахар о машке. И особенно нужно предупредить и научить своих маленьких детей, чтобы они не трогали ничего съедобного до того, как они сделали натилят ядаем утром. 18. Аллаха мишеру натал ядав шахарит клал бенага бедвар маахар о машке. Человек, который вообще не помыл свои руки и дотронулся до чего-то съедобного или до какой-то жидкости. Микар один эно то двар махал у машкене и сар бидьяват. По закону, по букве закона, эта пища не стала запрещенной. Она не стала тареф, она не стала некошерной. Это пища или это жидкость. По махмирле и сору то двар махал у машкебе маком шене и все дмир убе табо ала убраха. Но человек, который устражает закон и не ест эту пищу, до которой он дотронулся, или маленький ребенок дотронулся, если при этом нету эфсед мерубе. Эфсед мерубе — это когда он дотронулся до чего-то, которое стоит очень много денег. И это в зависимости от достатка человека. Сколько он для одного эфсед мерубе, большая потеря денег — это $5, для другого это $100. Если там нету эфсед мерубе, он должен устражить закон и не есть эту пищу. Благодаря этому Бог ему даст благословение. Тавала браха. ואם אפשר לשטוף או להדיח כגון פירות וכיוצא בזה, יש להדיח שלוש פעמים, ולאחר מכן אין להחמיר בזה כלל. Но если то, до чего дотронулись немытыми руками, это что-то, что можно помыть, например, яблоки или другие фрукты, надо их помыть 3 раза под водой, и тогда можно их есть, не надо устражать закон, нет никаких проблем. И заключительно 19 глава в этой, 19 алаха в этой главе говорит так: צריך לחנך את בניו הקטנים ולרגילם לקיים מצווה זו. Человек должен научить и воспитывать своих маленьких детей исполнять эту мицву, делать натилят ядаем. Мицва литол эт едей банав актаним аф шело игиу лахинух. И мицва делать натилят ядаем даже маленьким детям, которые еще не достигли возраста воспитания. В религиозных семьях, в хасидских семьях ребенок только родился, ему после родов уже делают натилят ядаем. והוא סגולה טובה כדי שיגדלו בטהרה ויהיו גידולי קודש. И это сгула, это как бы, можно сказать, секрет того, что если человек хочет, чтобы его дети выросли в святости и выросли святыми, он должен научить их делать натилят ядайм, чтобы руки были всегда в чистоте и святости. Барух Адонай Леолам. Амен ве амен.